Мне сейчас нужно 20 минут. Окей. Просто хотели сказать, что Глен стырил наш сайт. Он запущен уже около полутора суток. Эй, 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 хорош, блядь! Ёбаный в рот! Да господи! Да соберитесь уже, блядь! Божечки-кошечки. Не могу вспомнить последний раз, когда ко мне входило 5 агрессивных мужчин. Или же могу. Ты украл нашу идею! Я ничего не крал. Смотрите, у вас шикарная идея. Она потрясна. Поздравляю. Но вы думали, что вы единственный в этом мире с такой идеей? О чем? Ты вообще говоришь? Я говорю о культуре пуканья, Стюарт. Это писк моды, это везде. Глен покажет вам. Вот, мой самый любимый. Называется Пукстаграм. И мне нравится он тем, что можно наложить разные фильтры на свой пук. Это забавно, я покажу вам, как это работает. Это без фильтра. Ничегошеньки. Кому нравки? Не Глену точно. Уныло. Прозаично. Теперь пропустим эту попку через фильтр Hudson. Звучит по-новому. Так, а теперь вставим сутра-фильтр. Теперь, мальчики, я покажу вам фильтр, который сам изобрел. Я назвал его... Валенсия. Это в сети, мальчики. Это случилось. Идея живет в мире. Вы медленные. Медленные в освоении. Ичалька, давайте. Идите уже. Пойдем. Грустняшки, глючки.